было общим сознанием. Просто шарики и как народ такой. Ну, это не люди, что-то вот, вот так отдельно все-все-все. А потом что-то произошло, и оно начало объединяться и мутировать, да. Двое всегда сильнее одного, они начали в себя впитывать другого, третьего, четвертого. То есть стало Да. мало, дотянули до соседней планетки. Там было три планеты. Потом соседняя звезда это и пошла. По-моему, это пятая вот планета, до которой дотянулась. Пятая система, на которой мы были. Вот что это за вирус поразил, смотри. Кто эту капельку капнул-то? Ну, понятно, кто капнул, откуда все это пошло. Кто у нас вирус распространил. Это мы уже выяснили. Иголка, вижу. Кто держит иголку? Нет, такая, как у дикобраза длинная. А у кого такие иголки? Ну да, у ежика. Кто еще такой похожий? Разделение сознания и разума. Рассредоточение сознания. Много носителей, но это все одно целое. Частное явление это вот рой здесь на Земле. Масонское. Одно сознание медузы. Силу, неуязвимость. Ты эту иголку возьми и сломай. Звук такой чпок, только громкий. Я тоже вот прикусил. Твердая очень. Сразу как изогнулась, а потом... потом... гибкая, да, твердая. Все свойства перебрала, я пока не сломал. В своем сознании. Где нужно уплотняется. Даже иголка хитрая, не говоря уже о сознании его. И вот смотри, где кто взвыл от слома, потому что это его кот сломался, все. Где эхо?
Такое впечатление, что по всему Тору идет эхо. Абсолютно по всему этот чпок пошел. Трудно выделить, где в Торе источник. Сам Тор. Да. Я только хотела сказать, знаешь, если представить Тор как клетку, то внутренность нет, а вот мембранка, вот это все вокруг, то, что держит клетку, все застонало. Угу. Там что уже поражено, и ежик иголками внутрь начал типа поедать. Реально, как застонал весь, оболочка вся застонала. Оно бескрайнее должно быть, но оболочка есть. Что эта оболочка стала поедать. Так, инфузория туфелька, как вот эта амеба. Обтекает жратву и жрет. Да. Вот эта оболочка стала вот этой, кто поедал. Ежик. Вот его сломали, и он встал, отстранился. Это было в прошлом. Сейчас мы его добили. А летит творится, да? Это нечто, что сдерживало наш Тор, не давало ему распространяться, естественно. Жрало, да. Он же должен расти и увеличиваться. А это его ограничивало и скукоживало. Как этот хруст расслышать. Как косточку какую-то. Никак, сейчас это пройдет дня три, потом недельку восстановимся. И вперед. Очередной раз. До очередного препятствия. Ну, понимаешь, если исходить из того, что придумать это невозможно, потому что фантазии ни у кого не хватит. Нужно быть гениальнее Спилберга, чтобы это все просто придумать. Угу. Его можно... Хорошо показали, Рой всегда это классно увидел, этого ежика в третьей части Матрицы показали. Сейчас четвертый, я вангую просто, я говорю, Нео расхерачит этого ежика. Кто стал четвертым? Да. Тором. Новые правила. Все то же самое, но как бы, но правила другие. Потому что победили этот вирус, который все захватывал. Вот это сознание, вот сейчас мы добили с этим вирусом. Мир мертв. Смит, агент, который все поглощал. Все становилось им, частью этого сознания. Побеждено. Четвертый Тор. Новые правила, рассвет. Ну, подозреваю, потом нужно будет источник. Освободить человечество, окончательно грохнуть. Нео грохнет ежика. Это машинное сознание. Войдя в него. С собою переработав. Документальный фильм очередной.
Ничего нового. От слова совсем. Фантастики нету.